Телеканал «Точка зрения». Телевизионное вещание в сети интернет. Ваша точка зрения нас интересует. Город Красногорск, остановка Карбышева. Здесь, как правило, всегда очень много людей, сейчас чуть поменьше, но и этих людей тоже что-то беспокоит. Сейчас мы узнаем, что именно. Здравствуйте, не уделите нам минуточку? Здравствуйте. А вы куда собираетесь ехать? Какого транспорта ждете? Ну, мы как пенсионеры, естественно, ждем бесплатный транспорт. Автобус, которого нету из-за пробок. А какой автобус ждете? 542-й до Москвы нам надо. В Москву едете. А часто с этой остановки приходится куда-то уезжать? Нет, ну, в принципе, на работу я с 806-й, а вот муж, он всегда рано, вот на если этом. Выезжаешь, пробок нет. Это в 6 часов. Да, в 6 часов до полседьмого пробок нет, а потом начинаются пробки и вот и до после обеда, и потом и после обеда. Нет, ну, хорошего тоже много. Во-первых, благоустройство нашего города, оно стало... Даже заметно, что оно благоустроено. Детских площадок очень много появилось. Но мы на дачу. Только на дачу. Если своя машина есть, только на дачу. А кто вы? Мы интернет-телеканал. Красногорский? Красногорский, да. У меня многодетная семья, конечно, увлекаются. Бассейн у нас, вот недавно дети начали ходить, двое детей. Младший не стал ходить, ему холодно там. А эти ходят с удовольствием в бассейн. А где бассейн? Красногорский? Наш, Красногорский бассейн, конечно. От Союза многодетных, вот от администрации пригласили в бассейн. А кроме плавания еще чем занимаются ребята? Учебой. А в какой школе учатся? В разных. В 4-й, в 11-й. 2 в 4-й, 1 в 11-й. Старший у меня в армии, а младший вот в сад отправили, капризничает, не хочет ходить, хочет с мамой везде быть. Ну а вы, как многодетная семья, с какими проблемами сталкиваетесь, вот социальными? Ну летом, вот сейчас, перспектива особо их куда-то устроить, землю не дали еще. Город уже 3 года обещает, 3 года ребенку сейчас будет в мае. Значит, если была бы земля, можно было бы на дачу сажать и как-то их немножко, так скажем... Учить земледелию, наверное, какому-то. Хотя я городская, у меня не было никогда своих огородов. До свидания, ребята. Счастливо. Счастливо. Ну, вы сняли урну, нет? Урну. Урну. Народ культуры. К культуре привык уже, да, и стараются бросить все в ящики, вот эти вот мусорные баки. Но к вечеру вокруг этих мусорных бачков будет, опять же, много мусора. Потому как хорошо бы кто-то проезжал на легкой машине такой мусорной и собирал бы эти вот на каждой остановке. Например, если тут у меня будет нормальная урна пустая, так я туда, наверное, брошу что-то туда, да? Само напрашивается, бросит туда урну. А если там вокруг урны куча мусора, так, конечно, я не глядя туда брошу и скажу, так и было. Остановка Карбышева очень удобная. Здесь есть лавочки, можно посидеть, но почему-то очень грязная. Поэтому обратите внимание, власти города, все-таки стекло было бы неплохо помыть.